29-й день, солнышко, вороны летают, чайки летают. Идем работать. Сейчас у нас зарядка. Потом пойдем на море. Ну что, идем крокусы смотреть. Тут где-то цветут еще, кроме входа. Вот северная сторона, да? И тенечек постоянно, но они все равно цветут. Такие светло-фиолетовые. Тут вот с полосочками. Там тоже с полосочкой. Тут тоже светло-фиолетовые. Идем дальше. Вот тут тоже в кустах. А тут вообще много. Тоже другой сорт. А вот на дереве уже листочки появились. Какая-то лоза. Но какая-то садовая. Да. Вышел я за территорию. Рабочие-то еще работают. Уже 3 часа, пора домой ехать уже. Еще работают. Так, тут лошади. Тут я уже ходил. Вон деревья опять распускаются какие-то. Какие-то ранки есть вообще. И сейчас попробуем вот по той дорожке пройти. Там такая асфальтная дорожка. Блин, тут бы копнуть. Тут же монет должно быть полно. Царских, немецких должно быть тоже. Обязательно в этих кустах. Потому что дома-то все старые здесь. По 100, по 150 лет. Вот идет асфальтная дорожка. Сейчас по ней пойдем. Так, это начало дорожки. Идем. Такой променадик, по-моему, можно назвать. Не знаю, докуда она доведет меня. Посмотрим. Да, здание хорошее там, где лошади. Большое, такое красивое. Такое ухоженное место там внутри. Отсюда видно очень хорошо. Ну где-то же лошади выходят. Сейчас посмотрим. Детскую площадку там вижу, баскетбольную вижу. Так, ну где-то ипподром должен быть, хоть какой-то. О, машины ездят. Тут что, дорога что ли? Все, асфальт кончился. Временами асфальт идет только. А временами такая мягкая земля. Вот корни поломало. Асфальт. Да, тут копнуть можно, серьезно, да. Тут много можно потеряшек найти. Вот смотрю, вроде бы там ипподром. Такое чистое место есть. Сейчас попробую туда дойти. Сквозь лес я не пойду. Я вон в тапочках вышел. Ха-ха. В тапочках пошел. Да, сейчас иду, жарко даже стало. Старый такой лес, хороший. Некоторые деревья в таком, ну, конкретном мху. Что это за деревья? Так, на соснах маленький мох, а на лиственных деревьях больше моха. Здесь, да? О, сосна. Офигеть! Вот она толстая снизу. Ну, где-то... Да метр в диаметре, да. Пока не понял, вот иду, красное здание. Туда машина подъезжает и уезжает. Подъезжает и уезжает. Что там такое? Вот тропинка, наверное. На ипподром. О, сходим, посмотрим, что там за табличка. Может, коней увидим?
Нет, табличка показывает, что тут будут дома строить. Хотя тут такое все асфальтное. Не, это не ипподром. Какая-то стоянка большая была раньше. Для чего-то. Вся в асфальте залита. Там вот дюны красивые. Такие высокие. Так, идем туда. К красному зданию. О, прикольчик небольшой. Плавки на дереве висят. Нафиг плавки, и все. Висят. Кевин Кляйн, по-моему, да. Кевин. Да, но дышится здесь в Юрмале, по-моему, как-то получше, чем в Ангажах. Хотя и машины ездят тут везде, это... Ну, как-то рядом море, ну, буквально, ну, сколько здесь? Ну, 150 метров до моря. А воздух такой... Не сказал бы, что соленый, но запах какой-то присутствует здесь. Птички летают. Не разобрался, что за здание. Въезд запрещен. Злая собака. Что-то такое. А я думал, тут минеральная вода есть. Где-то попить. Я уже не помню, где-то я в Юрмале пил. Была скважина. Там это сам фонтанчик небольшой, можно было пить. Но где это, не знаю. Ну, разберусь, может быть, сейчас. Приду в палату. Посмотрю, где что, да съезжу. У меня тут будет много свободного времени, потому что здесь сейчас Пасха. И особо занятий нету. Только до обеда я занят. А после обеда полностью свободен. Не, ничего нету. Все понял. Там дом, там еще дом. Там уже крутизна пошла. Возвращаемся обратно. Иду по асфальту, хотел свернуть туда вот с дороги, посмотреть тот дальше лес, который идет вглубь. Нифига, ни одной тропинки нету. Придется идти по асфальту только. А где же народная тропа? Никто не ходит здесь. Да. Вот к морю много тропинок. А в ту сторону, ня, тропинок нет. Ну, теперь я понял, почему через лес нету тропинок. Тут везде болото. Между этой дорогой, ну, какой-то такой дворовой, и той хорошей дорогой. Тут внутри болото. Поэтому тропинок и нету. Ну, вот какой тут крутой мох на деревьях. И это на всех. Весь лес в мху. И за дорогой тоже. Во какой он. У меня на хуторе тоже есть такое вот дерево в мху. Оно, между прочим, светится в ультрафиолете. Так, подходим уже к нашему зданию. Ой, кусики порезали. Можно проткнуть подошву. Так, заходим на территорию опять со стороны дороги. Зайчики, зайчики на деревьях. Машинка моя стоит. Ну, поуезжала уже. Ого-го. Пол корпуса, наверное, уже уехала на выходные. Даже больше, наверное, уедет. А что, 4 дня выходных. Пятница, суббота, воскресенье, понедельник. Нормально. Только стойки остались. Ну, пошли крокусы смотреть. Так, ну вот это лапчатка, и вот это вот и беленьким цветет еще. Огромные кусты. Уже. А где крокусы по низу? Нету. Идем дальше. Деревья такие. С завитушечками кривые. Оно само так растет. Да. Какой-то гибрид. Тут тоже такое интересное. Идем к елочке.
Так, ну в этом углу цветов нету. Сейчас мы подойдем к пролескам сперва. Я точно знаю, где пролески цветут. Сегодня, наверное, красота будет. Ну вот, начинаются пролески. Тут несколько цветочков. А тут рассадилось. Да, все в пролесках. Синенькие такие. И вот тут тоже. Вон сколько пролесков. Так, тут я проходил. Это рододендры. Бобовник. Вот такой вот вырос, большой. Даже на нем семена еще есть. Можно взять вот так вот, да, потереть. И на руке иногда остаются семена. Вот они, семена, точно. Вот семечки. Ну, долго такое дерево выращивать. А вот крокусы. Белые, фиолетовые. Опа. И там белые. Вот белые. А тут куча всяких разных. Пошли в сторону моря, но сперва проверим вот эту дорожку, которая идет вправо, как бы, по морю. Где-то здесь что-то есть, типа магазинчика или что-то такое. Но наливают тут точно где-то. Отсюда пьяные приходят к нам. Недавно пришел один с бутылкой в руках. Это вообще прикол. Вот красиво как здесь. Ну, может, тут здесь кафе? Не, нету. Здесь не наливают. Ну, красотища вообще. Такие дома. Офигеть. Интересный велосипед такой. Приукрашен цветочками. Они не живые, по-моему. Да, это не живые цветы. Старый велосипед. Так, ну что, где тут проход на море? Вот тут вот проход. Не, ну что не дом, то шедевр. Просто, ой-ой-ой. Ну я тут выйду на море, не? Сейчас покажу, какой у меня вид с балкона. Если дверь откроется. О, открылась. Она сломанная. О как. На центральный вход у меня. А там море. Здесь 7 этажей. А там курилка. Так, ну что, я пришел на море. Сейчас пойдем вот туда вот. Ой, ничего не видно тоже на этой камере. Вот еле-еле что-то светится вдали, да? Я на берегу. Погнали инвентарик собирать. Включаем фонарик. Сейчас покажу, как он светится. Во! Ультрафиолетовый фонарик. Найду инвентарик. Покажу. Так, ну смотрим, сколько я набрал. Вот. На моей руке янтаречки лежат. Сегодня хороший день, я считаю. Тут кусочков 10. Может, больше. Все, день закончен. Идем по палатам. Уже довольно поздно. Уже, наверное, 9 часов. Да. Нормальный такой выход, светленький. И вся улица там светлая. Тут недалеко.
Вот дальний свет. И это я уже там живу. Лайфхак. Где взять кофейные палочки для рукоделия? Кофейный аппарат. А вот палочки. Берем. О! И в карман. Вот так. Доброе утро, 10-й день. У нас дождик. С утреца пораньше уже голуби, чайки возле входа. Чайка живет там наверху где-то. Ну и голуби тоже. Голуби каждое утро здесь. Вот. Голуби. Тын-дрит-ты-тын-дрит-ты-тын-дрит-ты-тын. Так, процедуры закончились. Поехали в город. Может, что-нибудь булочки прикупим вкусненькие. Речка Лелупе и станция Дублте. И тут электрички ходят. Вот железная дорога. Вот в Пашке такое сделали. Памятник национальному герою Латвии. Лашпицис. Дракон такой. Типа он его убивает. Ух ты, какой меч. Классный. Сделаны жестянки. А это все типа... А, цементный раствор какой-то. Это в Майере находится. А там вот идет улица главная Майере. Вот тут вот офигенно мне понравилось. Чайки сидят. Офигеть, их что, гладить надо? Наверное, каждую надо погладить по головке. Да, натертые головы. Вот. Чаечки. Так, вот написано. Табличка. Тоже здание такое капитальное. Ресторан внизу написано. И тут вот такая вот, такой домик круглый с пристройкой. И улица идет на море. Тут быстро на море, раз и все, и на море уже.
вот откуда я беру прогноз погоды. Сегодня, завтра, послезавтра. Вот время. Опа, опа, опа. Все в палате. Вот. Тут удобства. Вот такие. Душ. Раковина. Батарея всегда горячая. Очень хорошо сушить все. Тут стульчик даже есть. План эвакуации. Такое электроника. Так, свет включаем. Стол мой. Кровать. Еще тумбочка. Там балкон. Доброе утро. 11-й день. Доброе утро, 12-й день. Едем кататься по Юрмале. Первая остановка. Станция Ассари. Вот в районе Ассари есть детская площадка, вот такая вот современная. Ну, интересно. Полазить где можно. Покрутиться, попрыгать. Там баскетбольная площадка. Вот баскетбольная площадка. Кольца. Резиновый корт площадки. А там, да, на велосипедах кататься. И горочки всякие деревянные. Попьем капучино. И набрал кофейных палочек. Лайфхак. Прокатился на автобусе до Калгари. Офигеть, автобусы выездят. Ух, тормоза, ух, тормоза. Так, вот, большие магазины, я иду в Лидл. Жара, офигеть. Я одетый по-зимнему.
Так, в Лидл зашел, не было то, что мне надо было. Иду в Максиму или Риме. Может, там будет. Вот что мне надо было, ножницы. Вот тут вот в этом районе можно даже какие-то толстые ветки резать, а тут вот тоненькие ветки. Буду на море вырезать лозу и розы, и на хутор. Посажу на хуторе. Вот только что попробовал резать этими ножницами вот эти вот деревья. Что-то мне, блин, веточки даже отрезать тяжело. Ну там мне лоза и роза будет. Может, легче будет. А эти деревья очень твердые. Даже вот эти маленькие деревья. Вот интересно, на лавочке сижу. На остановке. Wi-Fi бесплатный. Лавочки вот такие вот. И вот дырочки. Это, наверное, чтобы вода стекала, чтобы не собиралась. Да, наверное. Вот, блин, говорили, каждых 15 минут ездит автобус. И раз-два. Каких тут 15 минут? Тут, блядь, такие часовые, полуторачасовые перебои. Я как раз вот полуторачасовой и попал. Класс. Будем сидеть на остановке. Так, ну что, с автобусом было интересно, конечно. Полтора часа ждал на остановке. Ну, сейчас иду в лес пробовать эти ножницы, как они будут резать. Ой, и с ножницами не так. И этот автобус полтора часа ждать, 15 минут. Вот тебе 15 минут, блин. Идем через лошадей.